тряпочка лежит. Вот это не нормально. Ты что, молчать не умеешь? Могу. Почему ты не будешь, когда тебя арестуют, будешь молчать, а здесь не можешь молчать? Значит, не получал. Смотрите сюда, подойдите. Девочки. Все подходим. Подходим. Все красиво. Видите, нет? Да. Когда проходит время, ее сорвали, она... Вот я сейчас покажу ее. На место. Вот она, сорвана уже. Вот она. Вот она, давай. Вот она. Она уже не жалит. Да. Она не жалит, уже все. У нее это умер, а вот умерла. Вот она где. Угу. Ну а вот когда живая, так, а что ты ее боишься, крапива? Вот смотри. Такие же руки. А, гляди. Рукавичек нету? Нету. Вот гляди, вот это вот, я гляди. Трава тут мешается. Траву убрал. Голая прям крапива. Я... Еще нету. Бери, кто может руками. Одну хотя бы сорви. Ну, протри в руках, протри вот так. Протри, не бойся. Сорви ее и потри в руках. В рот не бери. Ну, сорви одну руку, одну, сорви, возьми в руки. А ты уже скорщеживайся. На, возьми. Ой, ну, потри в руках. Еще. Да в жизни-то нашей столько болящих еще будет. А это крапива всего лишь так. Чего вы трясетесь-то? Да не бойся, это уже отработалось. Возьми, сорви себе, попробуй. Ну, бери руками двумя. Ай. Это что? Это означает, человек жизни не приспособлен. Вот она крапива, гляди. Все. Я хозяин, а не крапива. Сейчас вы позволяете на... растению над собой издеваться. Потом она полезная во всех отношениях. Вот смотри на губах, видишь, волдыри. Ничего нет, пройдет. Есть такой роман «Что делать?» Чернышевского. Он себя сам мучил, резал, гвозди всякие делал, тыкал, чтобы если меня арестуют, не поддаться, когда пытать начнут. Вы все выболтаете. Крапива, сколько вас боитесь? Все боятся крапивы. Кто не боится крапивы? Вот этого. У Нестора отец был. Он крапиву рвал всегда голыми руками. Ну, сорви. Как один. Бери голыми руками. Не надо с травой. С травой не надо. Отдельно. Отдельно, вот так, отдельно. Бери. Три в руках. Все, хватит. Вот этот возьми. Возьми в руках и протри со всех сторон вот так вот. Протри. Три, а ты ее сжимаешь. Понимаешь, какой хитришь. Разверни ее. Ее не надо сворачивать. А вот так бери и три. Три, вот так, все. Ну, боитесь? У вас тут крапива какая-то особенная. Я такого и не видел. И а зачем рукавички стал надевать? Иголкой такой не видел. Поблегшая, мне ничего нет, привычка сработала. Сразу я говорю, набери под ноги. Сразу полез за рукавичками. Зачем? Я же объясняю. Мне поговорить с вами надо просто. Да мне не надо говорить. Я сказал, не надо, а вопрос отпадает. Вопрос не будет разговора. Почему? И зачем тебе это настаивать? На работе потом пойдем. А ты, я хочу поговорить, но это твое желание, оно не сходится с моим, все отпало. Это обоюдоострое. Понятно. Я знаю, что разговор вам не полезен. Вам разговаривать не надо, надо выполнять. Так, за стол садимся. Вы сюда проверили, труслишки. Бери руками, не бойся. Взял, протри руки, да не дергай руку-то. Ой, я кот. Бери прямо и три. Все, и еще нету. Не умеете перешагнуть через это. Ну какая-то она. Я такую правда не видел никогда. Это жгучая называется. Я даже никогда. Есть обыкновенная, а есть жгучая. Это жгучая. Жгучая, да? Да. Ты раз. Подожди. Есть там покрывало? Есть. Давайте. Давай.